Выше, выше. Выше лапы подними, выше. Не, от лица дальше, от лица дальше, от лица дальше поставь. Гордей, Гордей, лапу ставь подальше. От себя лапу подальше поставь, Гордей. Вот так, вот туда, еще дальше, вот так, да. Да, Амир, учись, учись, молодец. Не ходи к нему, не ходи. А яс, не подходи к нему. Не, Никита, рука и сразу движение. Рука и сразу. Пошел, вращайся, сразу. Не, неправильно. Сразу за рукой, там нет паузы. Рука пошла, сразу нога. Вот так, молодец. Смотри на него, ты не смотришь. Не, Никита. Ты руку сейчас обратно начал возвращать и все. Сразу рука и сразу нога. Хорошо, и так же в другую. Сразу рука и пошел. Не та рука. Мотыга. Классно, давай, сразу. Сразу рука пошла. Молодец, нормально. Выше ногу задирает. Ногу выше выносим. Не это, вот это. Не надо было руку возвращать, рука и нога сразу. Вот так. И вторая также. Вот так, молодец. Главное, чтобы ритм был правильный. Данис, давай, давай. Не нервничай. Хорошо, Данис, молодец. Передняя рука и нога. Молодец. Ну, нормально. У нас тоже один пацан тут такой есть. Его Рустам зовут. Он тоже любитель так шлепнуться на собственном ударе. Давай, давай, давай. Другая, другая. Хорошо, другая нога поменяй. Ну, мы работаем здесь или как? Хорошо. Резче, резче и попадаем. Даня, ты будешь лапы поменять? Но он же, ты стоишь, ему не помогаешь. Хорошо, молодец, Амир, молодец. Меняем, меняем лапы, меняем сразу. Амир, меняй стойку. Это кто у нас там так резко бьет? Молодец, давай, давай. Видишь, у тебя постепенно получается.